Стрельба из пневматического оружия. В качестве мишени – троллейбус. Инцидент произошел в начале октября. Неизвестные дважды выстрелили по окнам троллейбуса, где находились пассажиры. По счастью, стекла не разбились, а только растрескались, поэтому никто не пострадал. Чебоксарские полицейские смогли быстро задержать подозреваемого. Им оказался 21-летний молодой человек из Батыревского района. На стрелка завели уголовное дело за хулиганство. Сегодня Верховный суд Чувашской Республики удовлетворил апелляционное представление прокуратуры на решение Ленинского районного суда города Чебоксары, которым было отказано в применении меры пресечения в виде заключения по страже в отношении лица, который обвинялся в совершении хулиганских действий с применением пневматического оружия в городе Чебоксары. В связи с тем, что по данному делу возник широкий общественный резонанс, прокурор республики взял данное дело на личный контроль. И по инициативе прокурора республики правоохранительными органами было проведено ряд проверок мероприятий, в ходе которого было установлено, что данный молодой человек причастен к совершению данных действий. Сегодня данный молодой человек был взят по стражу непосредственно в зале Верховного суда Чувашской Республики. Мера пресечения в виде заключения по стражу избрана на срок 1 месяц.